ЛОР-заболевания врачи станут диагностировать точнее. Это позволит делать современная медицинская техника, которая поступила в хирургическое отделение республиканской больницы. ЛОР-установка в Хакасии в единственном экземпляре. Ее стоимость более 8 миллионов рублей. Аппарат многофункциональный. Используется для диагностики эндоскопического исследования патологии ЛОР-органов, именно в частности гортани, полости носа, уха, среднего и наружного слухового прохода. Техника мобильная. Доктору несложно подстроиться под любого пациента. Внутренняя поверхность органов проецируется на монитор, причем изображение увеличивается в несколько раз. Врач может тщательно рассмотреть картинку, точно поставить диагноз и выбрать метод лечения. Добавим, похожей, но менее модернизированной установкой в отделении пользуются уже несколько лет. Тот аппарат теперь передадут в поликлинику больницы. А в стационаре в ближайшее время ждут еще поступления современной техники, но уже другой модификации. Мы на сегодняшний день в бюджете Министерства здравоохранения для оснащения хирургической службы республиканской больницы имеем 1 миллиард 280 миллионов рублей. То, что мы сегодня видим, то, что сегодня внедряется, это самые современные на мировом уровне технологии, которые сегодня доступны нашим жителям.